Какой вкусный кофе у нас получился! Не такие уж мы и криворукие, как ты говорил. Да и будь мы криворукими, не набили бы оба по 20 фрагов на последней карте, да? Ха, и он еще называл нас бесполезными идиотами. Надеюсь, тебе стыдно? Ты же заваривал чай. Ну и что? И действительно, как можно было сделать на последней карте 20 фрагов? И все хедшотами на союзниках. Это же танки, там даже голов нет. Но вы играли так плохо, что люди попробивали себе фейспалмами лбы. У вашего нубизма вообще есть предел? В танках и доте у вас не прет, в МРПГ не прет, стрелять нормально, вы тоже не можете. Просто у нас приставка, привыкли к автоприцелу. Не упоминай такие вещи в моем священном храме ПК-гейминга, ты лучше скажи мне. Вы нахрена взяли в банке кредит и купили на него скин в контре? Ну это как айфон среди задротов. Картинка Dragon Lore на АВП за 60 тысяч выпрямит ваши руки в игре? Нет. Не выпрямит. А знаете, почему с вами теперь играть невозможно? Почему? Потому что школота на сервере визжит при виде вашего АВП, как школьница на концерте Джастина Бибера. Да не такие уж мы нубы. Нет, у вас даже энергетика соответствующая. Ты мне один раз дорогу перешел, так я статус слил настолько, что пришлось регать новый аккаунт. Вы только в игру заходите, на улице сразу тучи сгущаются, а у игроков проступает на спине холодный пот и встают дыбом волосы на заднице. Мне уже начинает казаться, что и к отсутствию победы Нави на Интернешнале вы тоже как-то причастны. Но ты же ставил против них. И я получал выигрыш со слезами на глазах. Ёб твою мать, заставляйте меня опять орать. А когда я ору, на меня начинает орать мамка, потому что орать в доме — это признак плохого воспитания. Хватит трепать мои нервы. Мне жена уже весь мозг проела, что вы у нее хлеб отбираете. Еще этот розыгрыш BMW, половина друзей как помешались. Крупнейший игровой розыгрыш в истории. Сделай репост в игре Беху из НФС. Заколебали. Заходишь в новостную ленту, как на автомобильную стоянку. Эй, да ладно тебе нервничать. Мы с каждой игрой набираемся опыта. Еще пара лет, и мы разыграемся. Ты главное успокойся. Вот только не надо пытаться меня успокаивать. Меня успокаивают милые котята и яростный секс. И так как мяуканье я что-то не слышу, то рекомендую начинать бежать как можно быстрее. И спасибо за просмотр! Если понравилось видео, то ставь лайк или подписывайся на канал. Название фильма и адрес группы можно найти в описании.